войдите. Здравствуйте. Демина Ирина Сергеевна. Сапронов Игорь Николаевич. А, это вы? Опять к Копылову? Нет, на этот раз я к вам. А это чем могу вам помочь? Ну, а кто знает, вдруг поможете. Ну, тогда пройдемте. Спасибо. Прошу вас. Проходите, пожалуйста. Угу. Здрасте. День добрый. Наш местный Шерлок Холмс, лейтенант Скуричков. Что характерно, люди осмелели. Да. У меня только за сегодня 15 заявлений на наших фигурантов. Вот, пожалуйста. Угу. Убийство, изнасилование, поджог. Вот, прошу. Грабеж. Убийство коровы. Угу. Ну что, дело ясное. Искать здесь нечего. Да типун тебе. Вам. На язык. Вы спросили, я сказал. Ну, что скажешь? Ну, если по-умному, переделывать надо. Так давай, переделывай по-умному. Переделаем. Свободен. Чай, кофе? Чай, кофе. Ну, кофе. Как расплачиваться, думаете? Ею? Ею? Бабки гони! Или девку заберем. Поняла? Ты меня напонял, не бери, понял? Бычара. Да понял я, понял. Как насчет денег? За Нахимова получишь в 2 раза больше. Ну, вот это мне уже нравится. Ну, ребят, работа, конечно, это умственная работа. 5 штук. Где льем? Ты чё, дед, с дуба рухнул? 5 штук. Ладно. Заметано. Санёк, отслюнять ему 2 куска. Рубли? Доллары. Работай по-стахановски, дедуля. А деду от директрисы так досталось, что тот сам был готов взорваться. Кузнецов, мне сегодня. Сейчас. Ну, добавить? Там, на шифоде, часы. В часах тайник. Извини, дед. Зря ты на меня так посмотрел. Это для Ленинки, да, Александр? Вячеслав Ильич. Да. Ранение сквозное. Судя по температуре тела, старичка грохнули 3-4 часа назад. Это я виноват, извините. И чего стреляли? Ну, вот, собственно, из винтовки, вот, из СВДшки. Так это ж наша? Да. Ишь, из нашего же ствола его уконтрапупили. Да не волнуйся. О, а что мне оставалось сделать? Это тоже меня узнал. Здравствуйте. Завьялов, ФСБ. С кем имею честь? Ржановский, следователь. Ну, это я знаю. А не мог он кому-нибудь что-нибудь вякнуть? Странно, конечно, что записки нет. Взяли моду без записки с собой кончать. Надо бы инструкцию написать, чтобы не осложняли жизнь следствию. Да, Федь? Ладно, пойду послушаю, что там дочка глаголит. Угу. Да, не нравится мне здесь. Странное место для собраний. Ни одного окна. Девчонки, ну вы что? Сейчас нас позовут. Ну? Ну что, идем? Куда? Вы уже пришли.
зря вы так. Гражданин капитан, она же умрет. Ну будьте человеком. Человеком? А ты, Васильев, был человеком? Я ответственный человек. Как я мог отлучиться? Это просто исключено. А вы? А я нет, но я его сын. Папа, давай больше никогда не будем ссориться. Ты чё трезвонишь? Ты кто? Конь в пальто, чё надо? Мне? Тебе, блин. Мне это надо. Всё. Всё, пусти. Да стой ты. Девчонки, где вы, девчонки? Что тебе говорят? Закрыты мы. А девчонки? Говорят тебе, закрыто. Нету девок. Ты будешь говорить 10 раз, пока я спрашиваю. Кстати, а где вы были? В клубе была. В каком? В желтом драконе. Сашок, это не наш сигнализация сработала машина? Да не, вроде не наш. Да как не наша? Наша! Точно наша! Это что? Развали! Да. Нет. Туда свали! Туда свали! Второй, объект обнаружен, пошли! Доброй ночи, товарищ капитан. Понял? Руки. Ты что, думаешь, меня поймал? И запомни, Васильев, уйдешь сам, вернешься в зону. И надолго. Не проканает. Проканает. Со всеми канает. Дело времени. С тобой же он проканал. Заслуженно. А если нет? А если нет? А если нет, то застрелишься. Делов-то. Ha ha ha.